Высшая аудиторская палата провела госаудит эффективности управления около 100 объектов теплоснабжения. Проверена эффективность использования свыше 140 миллиардов тенге бюджетных средств и 480 миллиардов тенге активов. Об этом заявила сегодня в Мажилисе председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова. По ее словам, в ходе проверок выявлены финансовые нарушения на 23 миллиарда тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на 37 миллиардов тенге, а экономические потери и упущенные выгоды составили 117 миллиардов тенге. В целом на строительство, реконструкцию, ремонт объектов теплоснабжения с 2020 по 2022 годы было направлено 250 миллиардов тенге. Перечислив все системные проблемы отрасли, Наталья Годунова предложила штрафовать акимов и их замов за срыв подготовки к отопительному сезону. Считаем необходимым вывести государственный контроль в сфере теплоэнергетики из общего порядка проведения контроля и надзора, а также регламентировать в Кодексе об административных правонарушениях ответственность должностных лиц и первых руководителей энергообъектов за срыв подготовки к отопительному сезону и допущенные нарушения в ходе его прохождения.